Всем привет! Привет! Сегодня 6 мая. Мы выехали на Аксаровское водохранилище. Это Республика Башкортостан. Сейчас разгружаемся и начинаем рыбачить. Место, конечно, мы выбрали помоечное. Какие-то свиньи останавливаются. Рыбачим на удочку и на донку. Донная снасть вот грузила. Два крючка. Это что, так интересно, как ты чудаков одеваешь? Сейчас так попробуем, потом, если ничего не будет клевать, попробуем с кормушкой. Время 7:30. Встали мы сегодня 4. Понедельник день тяжелый. Аксаровское водохранилище находится в 105 километрах от Оренбурга, почти на границе с Башкирией. Протяженность его 6,5 километров, максимальная глубина 14 метров. Это достаточно молодое водохранилище. Его запустили в 2010 году. Из рыбы здесь в основном присутствуют карась и щука. Рыбаков куча. Рыбаки, да. На камеру не видно. Вон там полно. На том берегу вон машин полно. И это понедельник. Выходные тут, наверное, вообще пипец сколько надо. Ветер чуть-чуть поменялся, и волна пошла. На море. Или, короче, все подряд, несколько прикормов оставалось у нас, шино с кукурузой,
Сейчас попробуем эти камни. Усилился. Не знаю, что будет, слышно вообще нет. Поставили дом или кормачки, как их назвать. Сейчас посмотрим, что будет. Переехали мы на противоположный берег, потому что на первом месте волны стали еще сильнее и сильнее и начали окатывать нас брызгами. Не было понятно, клевала рыба или нет. На противоположном берегу с трудом нашли место. Рядом с нами по правой стороне сидело около 10 человек. В течение 3 часов был пойман один карась, и то не наш. К обеду наши соседи рыбаки разъехались, ветер так и не стихал. Пробовали рыбачить и на поплавок, и на кормачки, и на донки. Тишина. Но после обеда мы наконец-то поймали первого в этом году карася и ушли от нуля. Дальше были поклевки, но, к сожалению, мы больше ничего не поймали. Просидев весь день на солнце и при сильном ветре, мы стали похожи на вареных раков, так как на Оксарском водохранилище негде спрятаться от солнца из-за отсутствия деревьев. Наш первый карась, естественно, был выпущен обратно в свою стихию. И еще хотелось бы сказать, глядя на берега Оксарского водохранилища. Уважаемые рыбаки и господа, которые просто приезжают отдохнуть в это красивое место, забирайте, пожалуйста, весь мусор с собой, чтобы было чисто и приятно и вам, и другим людям, которые приезжают сюда. Убирайте за собой, пожалуйста. Берегите природу. Один за весь день. Итак, подведя итог по Оксаровскому водохранилищу, что сказать? Плюсы. Большое, красивое. Рыба есть. Правда, сегодня можно сказать, не поймали ничего. Из минусов — это море народу, блин, учитывая то, что понедельник. Да это минус. Выходной я не знаю, что тут вообще творится. И засранные берега, мусора, чистого места не найти. Если сюда приезжать отдыхать, я не знаю, это очень тяжело найти тут чистое место. Ну и ветер. А в остальном все нормально. Приедем ли мы сюда еще раз? Наверное, приедем. Ну все, до новых встреч. Всем пока. Пока.